Всем привет! Сегодня мы будем готовить суп-пюре картофельный с курицей, с плавленным сырком, тот, что любят наши дети. Для этого нам понадобится картофель. Кто любит погуще, берет побольшее количество. У меня это сегодня 8 штучек. Морковь, так как она была большая, я взяла половинку. Одна луковица, два плавленых сырка. Курица у меня уже была отварная. У кого нету, можно на курином бульоне сварить. И батон. Батон нам понадобится для того, чтобы сделать гренки. Итак, приступим. Ставим на огонь кастрюлю 2,5-3 литра воды. Доводим до кипения. Закипело. Сейчас мы подготовим наши овощи, нарежем крупными кусочками и забросим туда яйца. Картофель нарезаем крупными кусочками. То же самое будем делать и с морковью. Морковь чуть-чуть поменьше, быстрее разваривается. Луковицу будем забрасывать целой. Закидываем это все в кипящую воду. Закидываемся в кипящую воду. Закинули все это в кипящую воду, ждем, когда закипит, посолим немножко и будем варить до готовности наших овощей. Пока готовятся наши овощи, мы приготовим гренки. Берем батон и нарезаем его кусочками, кубиками. Вот так, как получается. Теперь нарезали. Берем противень, застилаем пергаментом, раскладываем наши кусочки батона и ставим в духовку при температуре где-то 180 градусов на 10-15 минут, чтобы они подсушились и приобрели румяный вид. Вот такие вот гренки у нас получились. Наши овощи уже варятся минут 15 где-то так. Сейчас я еще не солила. Чуть-чуть подсолю. И добавлю курицу отварную. Пускай тоже вместе еще доварится. Пускай варится до готовности овощи. Итак, наши овощи приготовились. Сейчас мы туда бросаем лук, бросаем туда плавленые сырки, берем погружной блендер и взбиваем все до однородной массы. Мы взбили блендером, получилась у нас такая вот однородная масса, пюре наше, крем-суп. Добавляем туда лавровый лист, горошинки черного перца и душистого перца. Пробуем на соль, если не хватает, добавляем. И ставим на огонь, помешивая его, доводим до кипения, и наш суп готов. Обязательно помешиваем, потому что суп-пюре имеет свойство пригорать. Вот мы довели его до кипения. У нас покипит минутку-две и выключаем. Наш суп-пюре готов. Вот мы налили его уже в тарелочку. Добавляем наши сухарики. Добавили сухарики. Наш суп готов. Приятного аппетита! Это очень вкусно. С
советую всем приготовить, особенно детям, которые малоежки. Этот суп им обязательно понравится.